CSGO сильно изменился за последние несколько лет, но что ждет игру в будущем? Движок Surge 2 будет отличным дополнением. Surge 2 недалеко ушел от своего предшественника в плане графики, как многие могли предполагать, но у нового движка есть улучшенный редактор уровней. Создателям карт будет легче и быстрее создавать уровни. Им не нужно будет каждый раз рендерить уровень, чтобы посмотреть, как он выглядит в игре. То есть они смогут сконцентрироваться на более мелких деталях. Меню в CSGO сегодня выглядит намного лучше, чем когда игра только вышла. Хитбоксы без сомнения являются наиболее спорным моментом в игре. В некоторых случаях виноваты игроки, но нельзя отрицать, что часто что-то странное происходит за кулисами. В CSGO эта проблема заметна больше, чем в других играх, из-за механики отдачи и неточности первого выстрела. Не говоря уже о том, как если ты умрешь, то ты должен ждать конец раунда, чтобы сыграть снова. Ничего смешного, особенно когда в этом виноват хитбокс. Когда информация поступает на сервер, который находится в тысячи километрах от вас, то неизбежно будут проблемы, которые никто не в силах контролировать. Также есть проблемы с моделями персонажей, в особенности КТ-скин на карте Dust, который намного больше, чем его хитбокс. Значит, вы сможете иногда попадать по персонажу без урона. Вальвы должны сделать модельки игроков качественней. Игра все еще не без читеров, но Вальвы проделали отличную работу в этом году. Было множество волнбанов, которые значительно уменьшили количество читеров в игре. Теперь игра награждает пользователей, которые делают читер-патрули. У сообщества есть мощный инструмент, чтобы останавливать читеров. Система все еще не идеальна, но уже показала себя в такой маленький промежуток времени, что я собираюсь закончить с этой темой и перейти к калибровке. Калибровка помогает противостоять глупым ситуациям, позволяет друзьям разных рангов играть друг с другом. Единственная проблема будет в том, что дополнительный режим игры будет распространяться в сообществе хуже, что может привести к увеличению времени поиска игры. Хотелось бы упомянуть тикрейт. Хотя, я думаю, что правильно настроенный 64 тикрейт отлично подойдет для игры онлайн. Скоро мы получим еще несколько официальных карт. Valve запостили эту картинку недавно, чтобы показать, как они обновили тегинг. Но что еще интересней, это то, что перед нами карта Нюк, но не тот, который мы видели раньше. Надеюсь, в следующем году мы будем катать ММ уже на обновленном Нюке. Кстати, Valve, похоже, картинкой намекнули нам на ремейк карты Трэм. Новый Нюк уже близко. Я думаю, что оружие будут продолжать изменять. Valve все еще не сбалансировали М4А4 и М4А1С. Я надеюсь, что они также сбалансируют тяжелое оружие, как пистолеты-пулеметы, чтобы сделать каждое оружие конкурентоспособным. Я не думаю, что Valve каждую ночь думает о том, как сбалансировать оружие. Но дайте им пару лет, и они смогут это сделать. А так, несмотря на эти вещи, игра довольно хорошая. Даже в своем нынешнем состоянии мы не можем отрицать, что это одна из лучших игр. И я не вижу ни одной причины того, чтобы не продолжать ей развиваться дальше. Тем более, что Valve продолжает поддерживать новые операции, обновления и, что самое главное, музыкальные наборы.